Традиционный ленинский «Олимп» подвел итоговую черту года 2014-го. За это время предприятия района достигли по многим показателям довольно высоких результатов. Несмотря на нестабильные экономические условия, заводы организации продолжали работать, тем самым обеспечивая население необходимой продукцией. Подобные праздники – не просто подведение итогов, но и хорошая возможность сказать спасибо тем, кто исправно работал весь прошедший год. Я хотел бы сказать огромное спасибо, и мы все вместе говорим огромное спасибо всем трудовым коллективам за труд, за терпение, за то, что благодаря тем, кто сегодня представляет трудовые коллективы, и те, кого сегодня не вместил наш небольшой зал, благодаря именно вашему труду, сегодня есть стремление и удается нам идти к лучшему. В списке тех, кто в этом году номинирован на высшие награды, крупнейшие производственные титаны не только района, но и города и области в целом. Лидером по итогам конкурса стало предприятие «Брестгазоаппарат», одно из ведущих предприятий СНГ, занимающихся разработкой и производством приборов для приготовления пищи. Здесь постоянно ведется разработка и освоение новых моделей, изделий разного класса и уровня комфортности. Кроме газоаппарата, в число лауреатов вошел и Брестский мясокомбинат. Производство колбасных изделий, копченостей, полуфабрикатов, пельменей – это и многое другая продукция. Продукция сегодня в буквальном смысле стала брендом не только области, но и страны. Сегодня руководители ведущих производств делятся секретами своего успеха. Только упорный труд коллектива всего способствует данному успеху. И благодаря результатам работы данного коллектива, который состоит из вот на сегодняшний день из коллективов трех предприятий, это единое целое. И задачи, поставленные перед нашим коллективом, не уменьшать, а наоборот увеличивать объемы продукции, которую мы сегодня выпускаем в номенклатуре, в разнообразии и, естественно, расширять рынки сбыта. Это комплекс многих мероприятий. В первую очередь это люди, с которыми мы сформированная команда, которая знает, чего хочет, которая умеет добиваться успеха. И я считаю, что основной успех – это люди, их знания, умения и стремления, в первую очередь, достичь того, чего нужно. В каждом трудовом коллективе есть люди, влюбленные в свое дело, ответственные, честно выполняющие свой профессиональный долг. В рамках праздника заслуженные награды получили лучшие специалисты предприятий. Многие из них на одном месте трудились не одно десятилетие, с каждым днем совершенствуя свою работу, делая ее более качественной и профессиональной. Такого успеха невозможно достичь без особой любви к тому, чем занимаешься, уверены лауреаты. Работа творческая, нравится, поэтому я занимаюсь ремонтом машинами, сваркой и приятно с полезным совмещаем. Это очень приятно, это гордость, это очень гордо. У нас очень тяжелая работа. Я не одна. У нас лично я как бригадир, на моей бригаде 25 человек, они все работают. И очень наш тяжелый физический труд. Но работают все. Я бы вот эту грамоту, вот, что мне дали, я бы, может, половину дала бы, которая вот работает вместе со мной. Потому что не заслуживает тоже. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Буг ТВ».